Вы смотрите топ-10 фомбет чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой Супер. 11-й выпуск. Поехали. Врываемся в Новый год так же бодро, как Кирилл Попов врывается под кольцо. Отличный данк после пик-н-ролла. Темпсумс громит Русича, Кирилл оформляет дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов. На 9-м месте Артем Орешников, Шорлок и Мотив Кубань. Защитник купола Сергей Полстянов хочет набрать 2 очка, но получает банан. 8-е место. Эти парни понимают друг друга с полувзгляда. Великолепный алиуп исполнения химчан Александра Гаврилова и Дмитрия Коршакова. 7-е место. Нападающий Новосибирска Данил Пасашков прет нагляк, но под кольцом его поджидает еще один здоровяк. Смачный блокшот Андрея Десятникова до 7-й строчки. На 6-м месте быстрая контратака темпа, от которой домашние трибуны приходят в восторг. Безупречный навес от Дмитрия Макеева и классное завершение Александра Евсеева. На 5-м месте расположился центровой университет игры Артем Писарчук. Заслон, пас, 2 шага, бэнс. Классная передача от Бурина, и Писарчука уже не остановить. Хорошая втычка с сопротивлением. На 4-м месте вновь Артем Орешников и Шорлока. Вы только посмотрите, что творит этот псих. Колотит сверху через троих. Сумасшедший данк кольцо МБАМАИ. 3-е место. Сергей Полстянов не дает сопернику вывести мяч на чужую половину, после чего следует классная передача за спиной на Данила Карванина, который аккуратно завершает атаку. Блестящая командная работа купола. На 2-м месте шикарный розыгрыш от Шорлока. Михаил Ведищев на Валерия Калинова, и тут без доли стеснения таранит оборону МБАМАИ. Потрясающий постер-данк через Данила Певнева. Ну и наконец, 1-е место. МБАМАИ уступили Шорлока, но вырвали победу на последних секундах у Барстергео. Посмотрите, как это было! Данил Певнев получает мяч, разворачивается и успевает отправить его в корзину до звука сирены. 85-83, победа столичного клуба. На этом все. Следи за фомбет чемпионатом России Суперлиги на RussiaBasket.ru и люби эту игру!